всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Стаканчик, Фишман, Секрет, еще очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем на очень классной карте, это цветной лабиринт. Серега будет играть за Кэтдога, а мы будем выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, ты готов? Да. Погнали! Ах ты жопа, красиво, прям в тайминг попал. Ребята, я советую быстро разбегаться. Давай, Серега, 30 секунд или 20, и ты можешь уже начинать мочить нас. И кто умирает, тоже берет кэт-дога и мочит других пацанов. Не-не, разбегайтесь, давайте, разбегайтесь, быстро, пока у вас есть еще... Кстати, спауны стоят на самом нижнем уровне, рекомендую идти максимально вверх. Да, Серега? Давай, погнал. Ой, нет, вниз не хочу. Кто не убежал, я не вин. Да, тот лох. Ой, тот молодец. Я буду, короче, как? Прыгать по разным местам. Серега же не такой проворливый, допустим, как вы. Вы можете на shift ускориться. Серега, ты прыгать можешь? Я могу ускориться. Да. Тихо, тихо, тихо. А, я вижу! Я вижу Серегину голову, он ее снял. И поста... Он застрял. Серега, а чё ты как это странно себя ведёшь? Вы, конечно, залезли в такое место, где я не пролез. Ты можешь пролезть везде, ты чё? Я на открытой местности. Я жирный, Давай, худай. Что в жизни, что в игре, я жирный. Ты можешь нажать на себя C и уменьшить. Ладно, шучу, вроде так нельзя. А где он? Я его не вижу. Вот он. Где? Внизу. Блин, давай, чувак, выживай, я в тебя верю. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. И давайте сделаем 10 миллионов подписчиков. Миллион запилили и 10 миллионов, значит, сделаем. Я убежал от Серёжки. Я от Сережечки убежал. И от всех я убежал. Убежишь. Убегу. Да ты... Главное, что... Я заметил, когда надо убегать, надо просто расслабиться и не напрягать булочки. Вот ты видишь, что я сделал? Но это не считается, честно. А чё я сразу умер? Хотя бы там по одному хп тратилось. Кабаку тебе не по одному. Какие кабаки хпшные. Тихо, тихо, он где-то тут. Надо повыживать, постараться. Да ладно, так нечестно. Ну зачем вы туда залазите? А кто там? Да блин, все туда. И Даня, и этот стаканчик. Обосранчик. Все туда залазили. Так, да. Мы, короче, зашкерились с чуваком. Кстати, прикольная вода смотрится. Мне нравится с этого ракурса. Не пали нас, он так нас убьет. Я Ван Лю. Ты какой-то... А! Тут Серега! Спалились. Беги. Серега, я убежал к спауну. Молодец. Тихо, я тихо. В ловушке. Все, бери фишку. А, ты убил его. Да. Пацаны, вы что, мочите? Да. Фух, я тут пошкерился. Где? Я на спауне. Я на спауне. Ты как-то палевный, ты сильно хочешь меня убить. Я боюсь из-за этого тебя. Я съем. Нельзя мне есть. Прохами. Можно. Так, мы пока мест тут постоим. Так, бери давай тоже, я тебя убивать уже не буду. Ты это проиграл. Может задержка, он не может взять? Хорошо, ну вряд ли. Хорошо, что я по музыке могу сориентироваться. Где ты на спауне? Врун, блин, обосрун. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я тебя обманул. Пацаны, убегайте, просто убегайте. Он идет сюда. Так не доверяйте Димасу. Никогда не верьте мне. Пацаны бегают вокруг меня, они мне сильно палят. Серега идет. Ой. От меня не убежишь, то бессмерть. Не говори так никогда на меня. То бессмерть. Я убежал опять к спауну. Вон пердун. Ага, не увидел меня.
Так, Сережка, ты чё такой хороший игрок? Играй хуже. Да. Издеваешься опять, да? Я тебя видел на спауне, я бегу от тебя, пацаны, бегите! Он тут, Дима! О, блин! Блин, ну как? У меня так дернулся. Я так хотел долго выживать, но ты мне не даешь шанса даже. Да, ты больше, чем обычно выжил, Дима. Подожди, подожди, как он залезет? Как сюда залезть-то? Эй, Сережа! А как ты отсюда вылазила? А, может сюда откуда? Надо? Может сюда надо? Да блин, а прыгай как додик, далеко очень. Да как его управлять? Это какой-то странный чилипиздрик. Ого, он прыгает высоко. Ребята, а как им управлять-то? Так, не понимаю. Эй, я не могу выйти со спауна, помогите. Сейчас я тебе помогу. Пацаны, давайте сделаем перекличку. Давайте сделаем перекличку. Сколько людей мы еще не убили? Я стаканчик. Я вот Фишмана убил и ассасин. Давай вместе, Серега. Давай. Давай, я тут на входе буду его... Стой, с той стороны. Да, вот так. И не заходи туда. Не заходи, мы его пропустим. Вот так и махай, а Серега его убьет. Вот так и махай, просто стой. А он убежал уже. Как убежал? Он убежал. Как убежал? Не знаю, вот он. Опять сюда залез, а? Сейчас. Щель маленькая, да, говоришь? А где эта щель? Угу. А где? Синяя такая. А-а-а. О, минус стаканчик. Отлично. Как? О, привет. О, ксеноморф, привет. Да я хотел найти того щелевика. Вот здесь. Он там сидит до сих пор? Да, наверное, не знаю. Надо проверить. Я проверяю, Серега. Я стаканчика убил. Так, музычка. Не, Серега, его тут нету, он уже слинял. Ну, свалил кусок говна такой. А какой у него скин был? То ли Спанч Боб, то ли... Я не помню. То ли я не помню. Вот-вот-вот, в воде кто-то ныкается. Ксеноморф очень хорошо плавает. Поэтому ты особо... Ксероксморф. Ассасин умер. О, прикольный лабиринт, мне нравится. Вау, я ты пыхнулся. Да, не убил. Так, что, мы всех убили или нет? Да, походу всех убили. Вы меня... Кого? Выходи! Фишман, я тебя уже давно убил, ты чё, шутишь? Серега! Вот, я вижу его! Секрет тут ныкается. У меня нет. Ну и прощай, подлец. Сука, кахи. Да эй, ну спускайся, робот! Да, я думал, они получше управляются. О! На тебе. Как прыгнуть? Никак. О, он сам анимацию делает прыжка. Зря ты, Серега, так зря. Псих пришел. Да блин, ну как-то плохо очень не кида играет этот челик. Или я галимый. А как с него выселиться? Лучше бы ты 1000 взял. Хоть одного убью, только у вас жизни по 1 000 000. Вы не читеры, что ли? У тебя тоже 1 000 000. Хорошо, на. Я пока тут побуду.
Посмотри, что там творится вообще. Вот это терминаторы мочат. Именно в действии. Побежали, побежали. Они нам, короче, темную делают. Что такой грохот от них стоит? О, один уже развалейшен. И я развалейшен. Вот это жесть, что творится. Так, вот тут они. Ай-яй-яй-яй-яй. Слышь, они сразу убивают. Че, мы всех убили? Это жесть. Еще двое. А, я вижу, они хорошо оборону держат. Пистолет там в голову, да? Их можно убить? Наваливаем, пацаны. Ай-яй-яй-яй-яй. Не моментально жизни выносят. Еще один. Все. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.